Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю играть в Tomb Raider Unfinished Business, дополнение к первой части, ПК-версия европейского региона, на челлендж только пистолеты. Третий уровень, и это прямое продолжение первой части, как раз таки. Так, а я не сохранился, что ли? Не пойму я. Твою-то мать, я там не взял кое-что. Важное, сейчас, секундочку. Так, сохраняемся. У нас, кстати, все аптечки сохранились. 19 маленьких, 9 больших. Это прямое продолжение первой части. Вот как первая часть заканчивалась. Вот этот скат длинный. Вот игра, оказывается, не закончилась. Ларе еще предстояло выбираться отсюда. Так, прыгнем вперед. Сперва. Что тут у нас есть? Секрет, первый секрет. Можно, я его чуть было не пропустил. Ну тут только патроны дробашные. Они мне не нужны, в принципе. Возвращаемся обратно. И спускаемся вниз. Бежим дальше. Так, сейчас у нас валун покатится. Надо сохраниться. Ух ты! Не давило. Ты смотри-ка. Я не помню, что тут надо сделать. А, просто пропустить его. Чтоб он в яму упал. Ничего не надо делать. Бежим дальше. Здесь у нас коконы. Так, а здесь можно взять маленькую аптечку. Но я вот не помню, как ее брать. Совсем не помню. Ага, вот так вот. Понятно. Берем ее. И выбираемся отсюда. Бежим дальше. Так, теперь эти кентавры тут. А, нет, иммунии обычные. С ними необычные, это усиленные иммунии. Надо лечиться. Они отличаются от обычных тем, что они взрываются вот так вот. От тех египетских. Тут ничего не вижу, а здесь. Ауч! Твою мать! Поспешил. Но очень редко я сохраняюсь. Надо почаще. Так, что дальше? Вот осторожно вниз не спрыгиваем. Подойдем к краю. Там впереди большая аптечка. Вот туда нам и надо будет попасть. В конце концов. Ну а сейчас лезем вот сюда. По-моему, тут все будут птеродактили. Пока не слышу. А, вот, есть. А где? Два птеродактиля. Мне нужно надо расстрелять, они будут напрягать меня.
той стороны застрял. Так, а где второй? Второй там тоже где-то был. Да не вижу я его. Застрял. Можно, конечно, спуститься. А, вот он. Застревает он. Текстурку. Ну ничего, готов. Так, сохранимся. И слазим вниз теперь. Аккуратно. Так, здесь вроде бы ничего у нас нету. Внизу есть аптечка и дробовик. Ну, дробовик мне не нужен. Тут у нас лава. Аккуратно. А здесь вроде бы валун покатится. Сразу. А, еще один. Так, там большая аптечка впереди. Тут сейчас еще кто-то появится. Ага, мумия. Нарисовалась. Еще одна. Сохранимся. Что тут у нас есть? Патроны для дробовика. Закрытая дверь. Не знаю, надо ли мне тут еще что-то осматривать. Двери пока закрыты. Еще одна мумия появилась. Ну давай, веди сюда. Готово. Так. Тут, возможно, еще валун может скатиться. А там наверху не помню, что лежит. Патроны для дробовика. Но они мне не нужны. Ага, еще пердак вылетел. Так, он меня сейчас скинет. А, еще валун. Еще валун тут есть. Эх, досталось мне немного. Так, а здесь патроны для дробовика только лежат с этой стороны. Ну ладно. Выходим отсюда. Больше тут делать нечего. Нам надо вниз спускаться. Вот сюда вот. Осторожно. Так, здесь дают аптечку. Даже две маленьких. Ну и не зря дают, на самом деле. Потому что прыжок будет очень высокий. С большими затратами.
Так, аптечка раз. Аптечка два. Ну тут, по крайней мере, ничего не отбирают у тебя. Твои аптечки, все патроны сохраняются. Несмотря на то, что это совсем другая история. Так, сохраняемся. Что у нас там по здоровью? Надо на максимум подлечиться. Лара была максимально у нас цела и спрыгнуть сейчас куда-то вниз. Но я не помню, откуда конкретно спрыгивать. Чтобы еще и уцелеть. По-моему, не так немного. По-моему, лучше отсюда спрыгнуть. И вот так вот. Да, Лара уцелела, по крайней мере. Сейчас еще будет куча мутантов. И сколько она вылупляться. Ну там, кстати, аптечку вижу. Так, ну давай, вылупляйтесь. Постреляем. Убежали. Вот мы и трус. Так, тут сейчас еще один вылупится. А куда это он побежал? Не понял. А, он еще и фаербол решил пошмалять. Ну да, вот этими отличаются мумии Атлантиды. Что они могут еще стрелять по тебе. Так, маленькая аптечка. Еще один кокон. Еще одна мумия. Ух ты. Сейчас убьет, надо лечиться. Вот это, кстати, не особо сильно. Выстрел от нее. Можно перетерпеть даже. Так, ну аптечки есть, не зря я их собирал. Идем дальше. Патроны для дробовика. Тут ничего нету. Идем в пещеру. Вот в эту пещеру. Так, осторожно, дротики. Не хватало от дротиков умереть. Так, и какой-то кокон вылупился где-то, откуда-то. И еще один. Несколько мумий, кстати, вылуплялись. Так, по-моему, где-то есть спуск. Да, вот тут. Спускаемся вниз. И тут, по-моему, меня ждут мумии. Ага. Давай, выходи. Вот сейчас убьет меня. Надо лечиться. Вот моя тротактика. Разорвало одну. Тут у нас слева дверь, пока закрыта. Так, тут надо где-то спрятаться. Переждать. Ага, есть патроны дробашные, еще три мумии оживут. А здесь что? Здесь рычаг, кстати. Я не помню, что этот рычаг дает. Ага, ничего хорошего. Кентавра оживил. Он сюда идет. Или наверху. Тут еще несколько рычагов. Есть аптечка. Не помню, какие конкретно нужны нам. По-моему, не этот. Этот мумию оживил. Нехорошо.
сюда бежит. Досталось мне. Так, а этот рычаг... Этот рычаг верный. Он открыл дверь. Я даже не знаю, наверное, не стоит вот эти рычаги опускать уже. Неприятности искать. Скорее всего, эти рычаги тоже активируют мумии дополнительно. Вот этих двоих. И нам не поздоровится. Поэтому бежим в дверь. Ага, тут и так она жила. Где ты там? Вот, две мумии даже бегают. Что-то она сюда не может пройти, как будто. Так, где вторая? Бежишь? Готово. Сохраночку. Так, тут у нас что-то есть полезное. Аптечка вон там в углу. Давай ее заберем. Так, наверху ничего. С другой стороны у нас патроны. Но они мне не нужны. Так, что здесь у нас? Здесь, по-моему, кентавр где-то оживал. Или это не здесь еще? Видимо, еще не здесь. Ну ладно. Бежим прямо. А, хотя нет, тут прямо некуда бежать. Там лава. Убьет сразу. Нет, здесь тупик 100%. Зачем я тогда сюда вообще шел? Я что-то не вижу, что ли, не пойму. Или тут чисто подкрепиться патронами там? И прочее. Наверное, да. Наверное, мне тут делать нечего. Мне надо возвращаться. Назад. Тут у нас еще что-то было. Или нет? А, ну тут стекло было. Оно закрыто. Нет, видимо, что-то я не так не нашел там еще. А здесь у нас... Да нет, стекла. Нет, что-то я там не увидел, проход какой-то. Все правильно, я шел. Больше некуда было. Чё, кентавр где-то, я слышу. Вдалеке. Может быть, здесь все-таки проход где-то есть? Да, наверное. Тут где патроны, да? Нет. И где аптечка? Может, залезть куда-то? Да нельзя тут никуда залезть. Что за бред? Так. Интересно. Вроде только недавно играл, а уже забыл. Что тут делать надо? Не, ну там меня убьет моментально. Это же лава, на ней стоять никак нельзя. Куда здесь тогда прыгать?
Да там и некуда прыгать, там стекло. Даже пути никакого нету. Может, все-таки надо было те рычаги нажимать? Что-то не открыл. Загадка. А, стоп. А, нет, тут нет ничего. Может, снизу у нас тут что-то открылось? Да нет, тут стекло. Давай нажмем те рычаги. Может, они не только мутанта выпускают. Но еще что-то делают. Вот, еще одна мумия. Оживилась. Я тебя вижу. Сюда уже. Так, вот еще рычаг. Нет, эта мумия стоит спокойно. Не шевелится. Видимо, этот рычаг что-то открыл все-таки. А этот рычаг что делает? А, вот, оживил все-таки третью мумию. Сейчас поднимется. Готово. Не успела. Так, ну пойдем смотреть. Что я там мог сделать? Тут я не вижу ничего. Патроны, которые мне не нужны. Может, вначале теперь что-то сделалось? Да, открылась пещера. Смотри-ка. Кентавр где-то скачет. Это кентавр у нас не здесь появился. Я не пойму. Да нет, вроде не здесь. А, нет, здесь. Хотя нет, это мумия обычная. Или кентавр. Он застрял. Так, ну я вроде потихонечку попадаю по ним. Нет, он застрял. Кентавра нигде не вижу, где он. А, он, наверное, снизу ходит. Да, вон там внизу. Я туда доберусь только в конце уровня. Так. Сейчас идем пока вот в эту пещеру. Так, бежим, 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 бежим. Вроде бы тут у нас лава. Но вот здесь можно забраться. Осторожно. Так, потом прыгнуть сюда. Потом дальше. И потихонечку слезать отсюда. Так, тут кто-то есть. Ага, мумия стреляет в меня.
Ну ладно, это фигня, в принципе. Это, в принципе, не страшно. Поднимем большую аптечку, нет, маленькую. И прыгнем на другую сторону. А, нет, стоп. Здесь я не пройду. Мне надо было по той стороне бежать. Но тут аптечка была. Да что такое? Тут надо было приставным шагом идти. И прыгать вот в этот проход. Так, ну что тут у нас? Сохранимся. Три дротика. Жесть. Бассейн. Еще мумия. Еще мумия. Нарисовалась. Две мумии. Давайте идти сюда. Ты не можешь пройти, что ли? Смеешься? А куда она исчезла? Не понял. Как будто текстура ушла. Ладно, давай поплаваем здесь, поищем, что тут у нас есть. Ага, на дне вижу аптечку маленькую. Лестница. Чудесница. А здесь больше ничего не вижу. Какой-то проход. Но пока закрыто. Надо чем-то открыть. Ага, вот рычаг, кстати, первый. Наверное, откроет ту дверь. Так, ну мне подышать срочно нужно. Остановить дыхание. Так, интересно, он ту самую дверь открыл или нет? Да. А, нет. Наверное, на время было. Ну да, на время. Заплываем сюда, и тут у нас, наверное, секретка. Да, секретка. Большая аптечка есть. Это вкусно. Так, что еще тут может быть? С другой стороны. Посмотреть осталось. Ничего не вижу в этих ямках. Так, а с этой стороны что? Патроны. Патроны не нужны. Рычага-то нету. Не видать.
Хотя... Погоди. А, нет, это не дверь. Это не дверь, точно. Ну все, наверное, больше тут ничего. Идем дальше. Так, вот тут у нас сейчас будет экшен. Уже идут где-то мумии. По-моему, надо нажать на этот рычаг. Мы их сейчас сюда впустим. Несколько штук. Так, одна убежала куда-то далеко. А другие еще не вышли. А вот вышли. Вторая вышла. Ну-ка. Прибежите. Убегают. Смотри на них, а. Убегает обратно. А та убежала. Не хочет сюда бежать. Ага. Вижу. Ну, блин, убежали куда-то. Аркши. Давайте смелее. 5 забежало в проход. Как бы постреляли, что ли. Это все убегает. Это тоже убегает. Ух ты. Попалось, что ли, все? Готовы. Готовы обе. Здесь патроны для дробовика есть. А здесь... А, ну это в одно место. Нет, здесь тоже патроны для дробовика. А здесь у нас, по-моему, еще 4 мумии можно воскресить. Они... Не помню, есть ли там что у них. Может и вообще ничего нету. В общем, проблемы на голову только все сделать. Для этого надо нажать вот этот рычаг. А, нет, не этот. Не этот. Под водой рычаг. Или вот. Или вот этот соседний. Ага. Десант бежит. Ух ты, она стреляет по мне. Ну это фигня. Пистолеты больше урона наносят. Где ты там? Рычат. Ладно, подлечимся. Минус 2. 2 штуки остается. Вот пока бегает. Ух ты. Минус 3. Где-то еще одна. Заблудилась там. Ну давай, живи сюда.
домой. Готово. Так, ну пойдем посмотрим, стоило ли вообще их убивать. Погоди, а тут дверь закрылась, что ли? А, тут рычаг есть. А, где они были как раз? Тут был рычаг. И тут у нас, да, стоило две маленькие аптечки. На дороге прям валяются. Так, а тут, кстати, дверь можно открыть как-то будет. Пока закрыто. Но тут я еще не окунался в этот бассейн. Что тут у нас есть? Рычаг у нас тут есть. Мы открыли другую дверь теперь. Больше я тут ничего не вижу. Всплываем наверх. Патроны, патроны. Только патроны. Так, ну давай залазить по этим ступенькам будет. Да, мы вернулись назад, можно сказать. Теперь идем в соседнюю дверь. Впереди, ух ты, тут мумия. Что мы тут забыли? Это больно. Так, ладно, потратили аптечку. Вон там, если допрыгну, можно будет взять. Большую. Берем и назад. Так, что теперь тут нужно сделать? По-моему, надо спрыгнуть в воду. Здесь патроны дробашные. Чисто. Ладно, спрыгиваем в воду. Рычаг. Два рычага сразу. А, я вспоминаю место. Только патроны лежат. Здесь-то что? Вряд ли можно куда-то тут всплыть. Так, по-моему, сперва надо левый рычаг. Плыть налево. Открывается дверка. Поплыли вперед. Тут только патроны, ничего полезного для меня нету. Подышим. Ну а теперь правый рычаг будем делать. Тут вроде секретка. Ради секретки. Так, ну давай, дёрнем. Ладно. Надо вроде быстро сейчас проплыть куда-то. Патроны, патроны. Опять снова патроны. Так, вот эта дверь, а как же мне ее открыть? Я думал, она открывается. Или она позже открывается. А, она позже открывается. Не этим почему. Сейчас идем через шипы. Тут у нас будет еще один рычаг. Маленькой аптечкой берем аптечку и дергаем вот этот рычаг. Да, вот открыл дверь под водой. Надо быстро отсюда выйти сейчас. Ну как тут выйдешь быстро, когда шипы?
успел. Тут лежат магнумы. Но это не похоже, что секрет. Чисто интересное местечко. Так, я точно там ничего не пропустил. Ценное. Хотя дверь-то, наверное, закрылась. А, нет, кстати, дверь не закрылась. Подозрительно. Ну, вроде ничего не пропустил. А тут что у нас? О! А это я куда выплываю? А, ну да, сюда. Так, здесь надо забраться. Поранился немного. Не беда. Так, теперь внизу патроны, прыгаем. Только не на расщелину. Прыгаем вот туда, наверх. Вот так вот. Забираемся выше и отсюда прыгаем теперь прямо. Да, вот сюда именно. И налево вылазим. Там у нас дверь. А здесь у нас что? О, кстати, аптечку можно взять. Что-то даже не приметил. А как ее взять? А, вот так вот. Окей. Там впереди дверь закрыта. Так, ну нам сюда идти. 100%. Ой-ой-ой, вот это я вляпался. А, или стоп, или не вляпался. А как выйти-то отсюда? Вроде не вляпался. Что-то я рано стал себя хоронить. Вот же можно спокойно. Правда, тут сейчас мумия будет. Спокойно тут не будет точно. Ауч. О, она сюда может прийти. Ну все, сейчас убьют меня. А если я сюда залезу? Где ты будешь? Интересно, что она там охраняла-то? Патроны, патроны. Да, лучше бы я с ней не связывался. Потратил две аптечки зазря. Ну ладно. Сохраняемся. Так, теперь прыгаем через лаву. Аккуратно. Главное не зацепиться, а то сгорим сразу же. Так, здесь патроны для дробовика, слева выход. Это обгоревшая пещера, обугленная. Так, здесь, по-моему, сейчас еще кто-то будет. Птеродактиль. Два птеродактиля. Расстреливаем. Желательно побыстрее. Готовы.
Так, теперь берем здесь большую аптечку. И прыгаем дальше. А, нет, не прыгаем. Патроны мне эти нафиг не нужны. Сейчас будем прыгать к кентавру, который нас там ожидает. Вот в ту дыру. Надо сделать очень мощный прыжок. А, хотя, смотри-ка. Я даже так допрыгнул. Надо же. Я думал, обязательно щучкой надо прыгнуть. Нет. О, кентавр обляпался, посмотри. У меня не попадает. В стену, в текстуру долго. Как удачно вышло все. Он очень крепкий товарищ. Мини-босс почти. Свалился. Так, что тут у нас есть? По-моему, тут ничего толком нету полезного. Вот проход. Сюда нам и надо, по-моему, идти. Больше тут ничего. Здесь мы уже были, рычаги опускали. Так что все. Пойдем заканчивать этот уровень. И следующий уровень будет последний в этом дополнении. Так, опустим рычаг тут. Да, два секрета все было. Atlantean Stronghold. Цитадель Атлантиды. Ну что ж, я благодарю вас всех, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.